Я иду по взлетной полосе. Гермошлем застегнут на ходу. Мой фантом, как пуля быстрый в небе голубом и чистом, снова набирает высоту. Я пират, я вовсе не пилот. Делаю я левый разворот. Прислоняюсь я к прицелу, и летят ракеты к цели, и делаю еще один заход. Вижу сзади дымная петля, с ревом приближается земля. Катапульта, вот спасение, сунул руку под сиденье, медленно спускаюсь в джунгли я. Я не помню, как я в плен попал. Узкоглазые вьетнамцы шелестят в траве, как зайцы. Я упал и больше не вставал. Вот иду по проклятой земле, и наручники запястья жмут. Надо мною Эдвард с Бобом, уж пошли прощаться с Богом. Что же не раскрылся парашют? Только на допросе я спросил, кто пилот, который меня сбил? И ответил мне раскосый, что командовал допросом, сбил тебя наш летчик Лисусы. Тебе зачем? Я ведь слышал через гермошлем. Мишка, я тебя прикрою, Сашка, я фантом накрою, эти асы вашим не читать.